Ребята, всем большой привет! Смотрите, какая крутая загрузка. Давно таких прикольных игрушек не было. Сотка уже в автомате. Попробуем вытащить куклу. Один разочек попробую за голову взять. Не вытащится все. Нет. Потому что моя главная цель, я хочу попробовать забрать этого единорога огромного. Надо его немножко раскопать. Чуть-чуть он закопан игрушками. И будем пробовать его тащить. Нет. Надо Китти вот эту, да, наверное, убрать, которая впереди лежит, и уже смотреть, как там его можно взять. Опа, Китти мы не убрали, а забрали. Ладно. И так тоже пойдет. Ну что? Мама! Приступаем к единорогу. Мама! К освобождению, точнее, его мама, из автомата. Мама! Что, сынок? Сынок, как всегда, со мной. Так. Этих единорогов вытаскивают из наших автоматов. Мама. Но я не знаю, как. Это, наверное, сложно, потому что это очень большая игрушка, очень большая. Он очень тяжеленький такой. Надо постараться его вытащить. Потому что я такую большую игрушку еще не вытаскивала с наших автоматов. Я так понимаю, его нужно немножечко подцепить и перевернуть. Кстати, смотрите, какая классная кукла еще здесь лежит. Эльза. Я не пойму, это как Барби или она как мягкая? А, мягкая. Ну, он у нее, видите, на ухе какой-то дефект. Но все равно кукла прикольная. Таких тоже у нас еще ни разу не было в автомате. Поклонникам холодного сердца прямо повезет, кто вытащит. Ее, наверное, сложно вытащить, она маленькая, неудобная. Ладно, моя цель — единорожек. Ну что, закинули мы вторую сотку, а единорог как был на своем месте, так и остался. Надо его перевернуть. О, ну смотрите, чуток перевернули, видите? Сейчас будет его гораздо удобнее взять клешней сбоку. Опа, смотрите, как круто лег. Вот это класс. Ну все. Давай, отдай. Нет, не отдал. Блин, вот хороший бы сейчас захват произошел бы, все, мы бы его забрали сразу. Он идеально просто лежит, видите, идеально просто лежит. Ой, так, ребята, мне очень хочется его забрать. Будем надеяться, что это все не зря. Так, может, за голову его или как? Я боюсь, что за голову он может выпасть. И он добрать за туловище, скорее всего. Ладно, попробуем. Опа. Эх, смотрите, опять я его посадила. Ё-моё. Блин, не надо было за голову брать. О, все, все, исправили ситуацию. Так. Как же его забрать? О, смотрите, прямо высоко его положила, видите? Блин, ребята, вот, казалось бы, один захват, отлично, и все, и забираем эту огромную игрушку. Давай, неси, блин, смотрите. Швыряет просто его со стороны в сторону, и все. Так, буду за него бороться до последнего. Мне очень хочется вытащить большую игрушку. Смотрите. Ну что, ребята, третья сотка залетела в автомат. И я надеюсь на удачу, на успех. Конечно, сейчас уже меньше шансов, потому что, вот видели, да, он лежал прямо близко-близко, а тут уже далеко. Смотрите, и так таскает его, этого единорога. Вот там еще какая-то вышивка, бабочки или что там. Ой, ребята, что делать-то, а?
Как его забрать? Еще так неудобно лег, смотрите. Надо его сейчас выровнять будет. Что это такое? Как его отсюда вытащить, с этой ямки-то, а? Блин, ребята, он провалился еще глубже. Что делать с этим? Как его вытащить отсюда? Капец. Смотрите. Просто не хочет выходить. Ё-моё, всё. Походу, это всё. Походу, я его не заберу. Он приподнимает, за голову приподнимает, и всё. Надо его выдернуть. Блин. А выдернуть его, наверное, только на сильную попытку. Ох, ребята, еще сотка в автомате. Новенькая. Новая соточка. Мне очень-очень хочется вытащить этого единорога, ребят. Ну, у других же получается, почему я не могу? Смотрите. Все, он провалился вниз. И теперь его сложно отсюда вытащить. Так, ладно, буду бороться до последнего, как я сказала. Не знаю. Смотрите, видите? Скоро, наверное, должна быть сильная попытка. Потому что все больше и больше клешня его приподнимает. Нужно как-то его вытащить отсюда. Поскорее. Смотрите, не получается. Надо взять его, не знаю, как. Как взять его, а? Чтобы его вытащить отсюда. Блин, как он классно лежал, и как он упал, неприкольно. Смотрите, не хочет, просто не хочет. А напишите мне в комментариях, какую самую огромную игрушку вы вытаскивали и сколько на нее денег потратили. Ну, дергает, приподнимает, и все, понимаете? И бросает. Сейчас вся сотка уйдет на то, чтобы его вытащить из этой ямки, и, наверное, даже еще и не вытащим. Просто не хочет, все. Лёг как вкопанный и лежит. Ну что, ребята, какая уже по счету сотка я сбилась? Пятая, наверное, да? Да, пятая. Или четвертая? Не помню, ладно. Ой-ой-ой, как же мне его вытащить-то? Просто не хочет. Не знаю, что делать. Не, надо его как-то за туловище пытаться приподнять. За голову не вариант, просто не вариант. Не хочет вообще.
Ну вот как это сделать? Видите? Просто ничего не получается. Мне кажется, нет. Ой, как он классно лежал. Что же делать теперь? Я уже так поверила, что я его смогу забрать. Вот тут просто раз и все, понимаете? Блин, как же его вытащить? Закинула еще денег. Так, смотрите. Видите, он прямо вниз упал, в нижней части своей. И крепко там сидит. Вот надо как-то его, да, вот так вот вытащить. Если клешня его хорошенечко возьмет, то она его приподнимет. Его главное приподнять. И он может встать там на другие игрушки и вот ляжет, как хорошо ляжет. Главное хорошенько зацепиться. Ай, блин. Ребята, я это сделала. Я его вытащила из ямки. Самое сложное позади. Надеюсь, он туда больше не провалится. Сотку еще закинули. Ой-ой-ой, как хочется его забрать-то. Какой классный единорожек. Слава богу, у меня получилось его вытащить с этой ямки. Я просто... Так, как теперь его? Не знаю. Сейчас он тоже не сильно хорошо лежит, конечно же. Но, по крайней мере, гораздо лучше, чем он лежал в той яме. Здесь хотя бы есть шанс его взять за туловище, взять как-нибудь за голову. Лишь бы только его обратно не перевернуть в ту яму. Так. Пока не получается. Нет, смотрите, снова стоит и не хочет даже переворачиваться. Но я не теряю надежду. Опа! А вот это отлично, смотрите. Мы его снова положили. Отлично, просто отлично. При первом же хорошем захвате клешня его должна взять. Так. Лежит просто отлично. Офигеть! Ребята! Я просто в шоке! Ура! Мы это сделали! Мы забрали эту огромную игрушку! Блин! Ой! Ой, у меня аж отлегло. Ну что, доигрываем попытку. И едем домой с огромным единорогом. Ну что, мы приехали домой. Смотрите, какой он огромный просто. Он очень тяжелый, ребят. Тут такие блестяшки у него с бирочкой. Тут такие бабочки, вышивка или что это, аппликация, не знаю. Вот такой единорожек большой просто. И бонусом мы забрали вот такую Китти с бабочкой. Кстати, тут бабочки, и тут бабочки, видите? Такие два дружочка-пирожочка. Ребят, я могу с уверенностью сказать, что это самая большая и самая тяжелая игрушка, которую я вытаскивала из автомата Хватайка. Может быть, на камере этот единорог не сильно большой, но просто он огромный. Вот реально, вживую он просто очень-очень тяжелый. Вот смотрите, вот одной рукой мне его даже так, ну, не сильно легко держать. Он сразу переваливается. Всем, ребят, спасибо, кто нас смотрит. Всем большое-большое спасибо, кто
с нами общается. Пишите свои комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока!